Удобное расположение и большой выбор товаров. Совсем недавно в микрорайоне Старый аэропорт при поддержке администрации Ненецкого округа открылся торговый центр Наринмарского потребительского общества. В здании расположен современный торговый зал и кафе на 50 посадочных мест. И вновь в тему продолжит Александра Литкова. Строительство торгового центра в микрорайоне Старый аэропорт началось почти 3 года назад. Его общая площадь 1500 квадратных метров. Площадь большая, у нас представлены все виды, все группы товаров, начиная с промышленной, хозяйственной. У нас игрушки представлены, у нас канцтовары представлены. И большой ассортимент продовольственных товаров, который включает все. Скоропорт молочка, сыры, колбасы, заморозка, консервация. То есть покупатель, придя к нам в магазин, может купить все, начиная с хозяйственной части и кончая готовой продукцией, которая готовится у нас в Гарпо. Мы привозим сюда и горячее, и салатики, и выпечка, и хлеб. Открытие торгового центра – это не только возможность приобрести все необходимое в одном месте, но и большое количество вакансий. Так, несколько жителей микрорайона уже прошли обучение и приступили к работе. Одна из них – Любовь Федоренко. Ушла со своей работы, с садика, а здесь возле дома мне близко, хорошо, удобно. Пришла. Обучили меня на кассе, все, всему обучили. Мне очень нравится, коллектив хороший. Строительство нового объекта обошлось Гарпо 80 миллионов рублей. Из окружного бюджета была выделена субсидия в размере 18 миллионов. В конце 2019 года мы понимали, что строится новый микрорайон. И для того, чтобы обеспечить население хорошим качеством продовольственных товаров, было принято решение предусмотреть новый вид субсидирования на возмещение капитальных затрат при строительстве вот этого торгового центра. Мы этот новый вид субсидии, он соответствует порядкам, которые разработаны Министерством промышленности и торговли. Мы этот вид субсидии получили поддержку собрания депутатов. После этого в конце 2019 года выделили 18 миллионов рублей на достройку данного торгового комплекса. Главным условием получения субсидии было создание не менее 40 рабочих мест. Основная цель наша была предоставление данной субсидии. Это, в принципе, увеличить количество торговых площадей. Они здесь достигают порядка 1500 квадратных метров. Увеличить количество рабочих мест. У компании, у Наринмарского городского потребительского общества есть обязательство создать не менее 40 рабочих мест взамен на то, что мы дали им эту субсидию. На сегодняшний день штат сотрудников магазина 11 человек. Особенно остро магазин нуждается в продавцах-консультантах. Кроме того, на территории торгового центра открылось кафе на 50 посадочных мест. В кафе пришли, перекусили, чай, кофе и горячее, все там есть. И с удовольствием ходят, прям с семьями ходят и покупая еще и заходят, отдыхают, кушают в кафе. В ближайшие дни на территории торгового центра откроется парикмахерская, а на прилегающей территории будет обустроена парковка для автомобилей на 30 мест. Александра Литкова, Антон Водряков, телеканал «Север».